привет! Я Аня, а это Ванечка. И вот нам уже исполнилось целых 7 месяцев. И сегодня мы вам расскажем, что же у нас произошло за прошедший месяц. У педиатра мы уже были. Наш рост 69-70 сантиметров, а вес 8 килограмм, 595 грамм. Мы прибавили чуть более полукилограмма, да? Прибавили мы достаточно много, но я связываю это с тем, что мы ввели прикорм, ну и, соответственно, прибавка увеличилась. Про прикорм я хочу снять одно или два отдельных видео, потому что там тоже много чего хочется сказать об ошибках прикорма, о том, что ребеночку нравится, что ребеночку не нравится. Что касается нашего режима, значит, ночные сны у нас не улучшились, мы так и едим 2-5 раз, тут уж как повезет, как карты лягут. А вот дневной сон у нас более-менее стабилизировался. Мы спим 2-3 раза. 3 раза Ваня спит, если он какой-то сон не доспал, если проснулся там от чего-то, да? А обычно у нас 2 сна. Первый сон хороший, длительный, он может быть, ну, от 1,5 до 3 часов. На него гулять мы не ходим, так как все-таки зима, и так гулять долго, ну, не хочется. И, соответственно, сбивать сон тоже. Да. Мы ходим гулять на второй сон, который 30-50 минут. Или мы начали сейчас гулять на бодрствование, ну, также в рюкзаке или в коляске. Правда, сидит он в коляске не очень хорошо. Что касается наших умелок. Нос. Нос у мамы. Ой! После того, как нам исполнилось 6 месяцев, буквально через неделю Ваня встал, сел и пополз. Произошло это очень неожиданно, как-то быстро. Да. И теперь Ваня ползает по всей квартире, и мы теперь только успеваем за ним следить. Да? Чтобы он, не дай бог, там не отшиб себе чего-нибудь. Встает он просто вот обо все, что... Ой! Обо все... Ваня, больно! Обо все, что только находит. Стул, значит, стул. Стол, значит, стол. Мамина нога, значит, мамина нога. В общем, обо все. Да, самое страшное, когда он встает, вернее, пытается встать от двери. Он же не понимает, что они шатаются туда-сюда. Ой, не понимает. Ой. Красота. Да, ты уже достаешь сам? Сам достаешь? Правда? Сидим, и правда еще не очень устойчиво. Иногда бывают случаи, когда он неожиданно опрокидывается. Ай! Опрокидывается назад. Бывает. Да? Говорить мы еще, кстати, не говорим. Вот мы вот так вот поем, кричим. Да. Да, Ваня. Да что ты делаешь? Хватит. Но конкретных слогов, как таковых, у нас еще нету. Ну, слов и подам. Также у нас была 3-я прививка Пентоксим. Я, кстати, очень рада, что не стала делать АКДС, ну, нашу, вот, отечественную, потому что так как на Пентоксим у нас была реакция 37,3, я думаю, на отечественную было бы все значительно хуже. А еще Ваня научился протягивать нам игрушки. Первый раз он протянул игрушку папе, несмотря на то, что я 2 дня пыталась ему это показать, научить его. Но, тем не менее, да, протянул он игрушку папе. Куда ты смотришь? Камеру? Купаемся мы в большой ванне, но купаемся не каждый день, ну, больше так уже, под настроение. Потому что ему не нравится сидеть в ней, он встает, ну...
процесс купания такой не очень удобный получается. Да. Вот думаю, может быть, какие-нибудь интересные игрушки ему купить, чтобы ему нравилось там сидеть. С теми игрушками, которые у нас, ему как-то вот не нравится. Ты дядя куколюсенький. Ой, куколюсенький. А также в этом месяце мы наконец-то опробовали наш подарок Nibbler. Знаете, вообще замечательная вещь на самом деле. Кладешь туда спокойненько яблочко, бананчик, ну или какой-нибудь другой фрукт, и ребеночек спокойно минут там 5-10 садит. Да? Звань. Особенно нам нравится банан. Вот прям вообще обожает его. Наверное, если бы я ему давала его постоянно, он бы, я даже не знаю, сколько штук мог бы съесть. Да? Да? Нравится тебе банан? Нравится банан? Ваня. Скажи, Ваня. Да. А также Ванечка научился хлопать. Да? В ладошки. Ты умеешь хлопать в ладошки? Покажи. Хлоп-хлоп-хлоп. Хлоп-хлоп-хлоп. Ели кашку, что масляная, да ложка крашеная. Кстати, из-за того, что Ванечка достаточно активен, мы решили ему приобрести шлем. Уже заказали, он нам должен скоро прийти. Но так мне будет спокойней. Да, потому что косяков дома много, острых углов тоже. Поэтому, ну, так будет безопаснее. Да. Что и говорить, активность, конечно, у ребенка увеличилась значительно. Вот он уже прям ребенок-ребенок. Иногда прям так посмотрит и кажется, что он сейчас что-то прям вот скажет. Мама, папа. Да? А еще у Ванечки появилась такая привычка. Он вот играет. Ну, чаще всего это бывает, где подушки или там на кровати. Положит голову и лежит. Чего ждет? Чего ты ждешь? Что тебя погладят? Тебе сделают массажик? Да? Кстати, насчет массажика, мы сделали второй курс. На самом деле, я очень рада, что я все-таки решила, что он нам необходим. У нас действительно одна сторона больше в тонусе из-за того, что мы его на ручках очень часто носим. Ну, потому что, как вы знаете, спим мы только с укачиваниями. Ну и, соответственно, немножко вот какой-то дисбаланс есть. Да. И ножка одна в тонусе, он ее достаточно часто ставит на носочек. И нам посоветовали купить, массажистка посоветовала купить обувь на первые шаги, поэтому вот скоро надо будет купить, да? Да, чтобы ножка правильно формировалась. Так, не помню, я сказала или нет, зубов у нас пока нету, и опять-таки педиатр нам говорит, что они у нас очень-очень близко, вот буквально со дня на день. И мы опять-таки суем все в рот, жуем, ну, видимо, ну, не хотят они у нас пока прорезаться. На этом, наверное, все наши достижения за прошедший месяц. Я надеюсь, вам было интересно и полезно. Если вам видео понравилось, обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Всех целую, всем пока! Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.